чуть-чуть уступил Рапиду. Так что сегодня возвращение... Родригес абсолютно один встречает его Игнатьев. Родригес. 1-0. Он постарается забивать. Давайте смотрите. Борьба у ближней штанги, на выходе Гильерме, не было ли фола в атаке, судья. Руками удар от ворот. Он здесь сказал, что Азиз все-таки мешал Гильерме мяч зафиксировать. А можно еще какой-нибудь вариант попробовать, вот такой, например. Внимание, передача, ну-ка удар, и... Понятное дело, многими вещами недоволен. Вот передача от Фернандеша на Миранчука, который навесил здесь на Фарфана. Или наоборот, попадают не так. Лучше пробил. Один был абсолютно. Что-то акцентированно пробил, то есть подпрыгнул и... Удар Миранчука! Алексей Миранчук. Вот, пожалуйста, с левой ноги. Диай. А это мощный удар. И темпераментный мужчина. И ему вот это всего... Дальше пас, такой гандбольный скрест получился. С Миранчуком удар. Родригесу пройти. Эльханда. Гильерме. Руководит стенкой. Ну а мы смотрим, как он здорово сориентировался в ситуации, когда мяч непредсказуемо отскакивал от его перчаток. На самом деле такое неожиданное решение. Ну, не помню, когда тоже забивался штрафной в Дардио. И забил. Уже проиграл. Таким счетом. Ну ладно, не будем торопиться, еще играть сколько. Давайте еще раз посмотрим. Я бы показал, что стенка рассыпалась. Нет. В сторону от Денисова. Подача. Родригес. Гельшки у матча. Гарри Родригеса. Это там Эмре Акпаба. И передача под удар. Пенальти. На связи, я полагаю, была еще консультация у самого главного арбитра с резервным. Чукина на мяча. Капитан, который только на поле появился. Но... 3-0. Пытался выводить у них прогноз на сегодняшний матч, и очень многие говорили, что Галатасарай выиграет 3-0.